сложная. 241 стартовый номер. Это Франциско Хавьер Фернандес. Это действующий чемпион Европы. На ваших экранах был, а теперь внимание, наша троица. Валерий Борчин. Вот он на ближнем плане. 793 стартовый номер. Справа от него вот такого невысокого роста. Это Сергей Бакулин. И вот последний, вот сейчас он в центре находится среди наших, это Виктор Бураев, наиболее опытный из нашей мордовской троицы. Все они тренируются у Виктора Чогина, но это знаменитая Саранская школа спортивной ходьбы, знаменитая не только на всю нашу страну, но и на весь мир. Вот ближайший к нам, это Сергей Бакулин. Круг, это в принципе круг для толкания ядра, но примерно так же выглядит и любой другой круг, в том числе и для молот. Единственное, что вот посмотрите, Алексей, сейчас зрители не видят, а мы с вами можем разглядеть, что этот круг для метания молота накрыт специальной такой тарелкой синего цвета, и он сохраняет его в сухости. Да, но если пойдем его Сильвию Кассандра, выступает он за команду Румынии, и о нем известно фактически только то, что с 2002 по 2004 год он отбывал 2 года дисквалификации. Все. А каких-то глобальных побед в его жизни не было до сего момента, по крайней мере. Молодому человеку уже 30 лет, 31 исполнится буквально через 2 месяца. Ну, вот, собственно говоря, то, что я могу о нем сказать. Больше неизвестно ничего. Что еще можно добавить, пожалуй, это достаточно спорная техника спортивной ходьбы. Если вдруг кто не знает, я просто внесу ясность. Правила спортивной ходьбы требуют только 2 вещей. Это в момент постановки стопы опорная нога должна всегда оставаться в разогнутом положении и не должно быть фазы полета. Есть удивительная оговорочка на самом деле в этих правилах. Видимая человеческим глазом фаза полета. Во-первых, у каждого глаз разный. И это точка, вот, если, по крайней мере, все сразу поймете, говорю. Его тренирует Роберт Коженевский. Я не слышу ваши аплодисменты, господа. Дело в том, что это же 4-кратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе. Он выигрывал, знаете, вспоминаю золотого теленка. Он выигрывал в 96-м году в Атланте. Он побеждал в 2000-м году в Сидне. Он побеждал в 2004-м году в Афинах. От 20 километров Франциско Хавьер Фернандес выходит на стадион, и ему до финиша остается совсем-совсем немного. Все его преследователи, мы их пока что, к сожалению, не видим, но очень надеемся, что эти преследователи, как несколько минут назад, и россияне, так и останутся. Ну, еще раз напомню, что конкуренцию на данный момент нас составлял только Вейра по португалии. Или Вейра, наверное, правильно так его называют, на португальский манер. Франциско Хавьер Фернандес очень здорово прошагал. Он приветствует публику. Его время 1 час 19 минут и 9 секунд. 2-кратный чемпион Европы по спортивной ходьбе. Должен завоевать серебряную медаль. Он вроде бы по технике идет неплохо. И это первое серебро российской команды. Первое серебро. Поздравляем Валерию. И как же жалко, господи, как же жалко по-человечески Виктора Бураева. Вторая подряд, 4-я. Это не награда. Это вам не футбол, где матч за 3-е место. Виктор Бураев 4-й на 2-м подряд чемпионате Европы. Вот так вот. Ну что ж, вчера у нас было 1-е, 3-е места, сегодня 2-е, 4-е и, судя по всему, еще и 5-е место. На ваших экранах Сергей Бакулин, еще один ученик Виктора Чогина. Новое имя в мировой спортивной ходьбе. Он занимает в итоге, судя по всему, 5-е место. Он очень устал. Он показывает, как правильно ходить. Это идеальная действительно техника у Сергея Бакулина. Итак, подводим итоги. Наши